Привет, YouTube, привет! Дело близится к финишу. Вот уже крышу я накинул. Тут кое-что еще осталось. Вот не дособранное. Тут как бы есть нюансы. Поэтому я решил немножко на них заострить внимание. Вот, в частности, вот первый момент. Там очень неудобно. Очень неудобно здесь вставлять шуруп. Сейчас я покажу. Так, продолжим. Вот в этих местах каким образом выглядит. Вот сюда надо попасть. Вот она затычка отсюда, на которой красиво написано airbag. Вот и вот такой шурупчик под крестик. Вот я, кстати, увидел здесь под крестик, это с водительской стороны. А с другой стороны под шестигранник. Как вы видите, вот у меня даже шестигранник рядом. Вот такая вот ерундистика. Ну, не в этом дело. Как бы не в шестигранники и не в этом. Вот здесь вот нету кармана. И здесь, если ты уронишь, это все вот полетит туда вниз. И придется вот эту вот всю стойку разбирать до низа. Вот, как этого избежать? Вот, как этого избежать? Как бы есть несколько путей, но в данном случае у меня наконечника такого с магнитиком или намагниченного хорошо, чтобы удержало такой вот немаленький по весу вот эту железячку, как говорится, ничем. Вот, я попробую взять в одну руку пинцет, туда его поставить, и в другую, значит, руку, в данном случае отверточку крестиком, и вот так его поставить. Почему? Потому что если он упадет, это мне придется все разбирать по новой и, как говорится, терять время. Поэтому лучше аккуратненько попробовать поставить. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Ну вот, у меня все получилось. Вот, никто никуда не упал. Ну, как бы это такая процедура неприятная. Вот, если упадет, будет очень неловко. Ну, неприятно, скажем так. Вот, собственно, почему я и вначале раскусил, что машина деланная. Потому что везде, везде, вот, по машине, в частности, вот с этой стороны шурупчик, ну, буквально чуть-чуть, миллиметра на 3, может быть, на 4 короче. И он вот такой. Вот. Сделан таким образом, что им попадать и центровать легче. Но дело в том, что я тут выставил все нормально. Все ровно. Вот. Ну, не хотелось бы мне промахнуться. Поэтому вот я пользуюсь пинцетиком. Можно еще другой вариант. Взять, капнуть расплавленного клея, термоклея, я имею в виду. Вот, все зрители, я надеюсь, знают, что такое термоклей, поскольку канал мой посвящен в том числе и без покраски. И поэтому, как говорится, объяснять не надо. Вот, капаешь термоклея, как бы приклеиваешь на клей, попадаешь, а потом его аккуратно удаляешь. Вот, попробуем сейчас и другой вариант. Ну что, все просто. Берем пистолет, берем. Ну, вот это все соединяем, склеиваем. Ну вот. Как мы видим, вот как ее ни крути, ни переворачивай. Может быть нудно долго, но факт тот, что, как видно, вот мелочь, а приятно. Потому что я еще раз повторяю, что разбирать всю эту стойку не очень приятно и хорошо. И каждый раз при разборке сборки можно какой-нибудь элементик там поломать. Вот, поэтому лучше с первого раза все поставить на свои места и не тереть. И что самое интересное? Снимается все прекрасно, клей остается
на нашей бите. А здесь у нас все закручено, стоит на своем месте. Остается только взять вот такую красивую заглушечку, поставить ее на место. Вот, и защелкнуть. И все окей, все хоккей. Да, надо все проверить, чтобы все работало, все функционировало. Вот, чтобы как бы не было никаких проблем. Вот. Свет я сейчас не зажгу, поскольку клемма снята, но я уже это все проверял. Вот здесь вот все на микролифтах работает. Здесь, вот здесь, фонарик тоже светится, стоит. Остались вот у нас три элемента. Вот, одна боковина, вторая и верхняя часть, фальшпанелька. Продолжаем праздничную сборку. Здесь как бы свои нюансы. Опять же, вот немцам спасибо, видите? Вот, карманчик есть. И спокойно можно туда залезть, его достать оттуда. Вот, но дело не в этом. Значит, что? Здесь вот ответки раз, ответка два. И вот здесь меня прервали чуть. Так вот, вот эту часть... Вот эту часть надо снять и поставить вот сюда, чтобы когда я буду защелкивать, как раз все правильно защелкивалось. Вот эту надо поставить вот под нее место, под нее прорезь. Все остальное как бы нормально. И опять же, вот я наживил, когда крышу ставил, закрутить вот эти вещи то же самое. Вот, ну, снимать и собирать как бы не вариант. Вот, опять же, здесь вариант очень хорошо подходит. Вот в этом месте, чтобы закручивать вот в ответку сюда, подходит термоклей вам с пистолетом. Он уже в режим вошел, и как бы все нормально будет. Все, продолжаем праздничную сборку. Как соберу, вот так очередной. Покажу. Приляпанный, приклеенный на термоклей. Да, господи, что ж такое. Тут, кстати, не так легко вот эта вся красота ставится. Защелки попадаются, как бы. Но, тем не менее, вот, ну, снимать неудобно. Ну, что, осталось вот поставить вот сюда вот эту заглушечку. Здесь все довольно-таки просто. Вот эти защелочки должны защелкнуться в соответствующие ответки. И вот здесь еще надо прикрутить вот так потолок. Но сначала, как вы сами понимаете, прикручиваем потолок, потом все остальное. Вот. В принципе, машина почти вот собрана. Значит, смотрим еще раз. Вот он, раз. Два, три и ты где? Потерялся. О, блин. Вот он, четыре. То есть вот в углу он здесь вот мы видим. И два посередине, и этот тоже в уголку. Вот он тут виднеется. Я извиняюсь за качество съемки, но кто соображает и хочет, чтобы дошло, поймет. И вот надо приделать защелку, защелкнуть. Вот, аккуратно, без фанатизма, потому что тут везде пластик, и вот он пластик с опорой, и тут стекло, как говорится. Лучше поаккуратнее. Ну что, вот она, наша обивочка. Стоит, не жужжит, защелкивается она на такие, на пружинчатые эти самые защелки, и тем самым она как бы хорошо держится. Так что вот, ну, на этом
Сборка салона закончилась. Все на местах. Поправлены везде резиночки. Проверяем все везде, чтобы работало. Чтобы все вот эти вещи работали. Но я уже проверил. Фух, упарился. Худо-бедно. На сборку ушло как бы немало времени и сил. Кое-где как бы заморочки были. Вот. Но не всегда все легко и просто решается. Как говорится сейчас, а кому сейчас легко. Вот. Так что вот так вот. И собирать, и разбирать не так-то легко и быстро. Ну, надо стараться сделать аккуратно по возможности. Все, всем спасибо. Пока-пока.